Снег растаял, дымка такая, видно или нет, гора такая, класс. О, отсюда видно должно быть испарина. Такая был снег, растаял, вышло солнышко, и вот так вот, как будто дымок над землей. Прикольно, вообще красиво тут. На холмах так вообще, как будто дымит холм весь. Весна полна сюрпризов. Это он тоже тут испарено везде на лугу. Дымок. Вон башня наша Теле2 тоже порвет. Останется вот этот клен срезать и высадить здесь что-то благополучное. И пожалуй, за этим кусочком. Я все думала, как бы его так взяться, почистить. Но вот так вот случилось, что случай сам его почистил. Поэтому мы здесь будем поддерживать порядочек. Посадим деревца. Соседка уже заволочила огород. Я буду трактором. И позже, в апреле, сейчас начинает расти трава. Бурьян как раз он прорастет, и трактором все это прокультивируется, и уберутся корни. Будет снова чистый огород. В общем, весна началась. Начались работы полным ходом. Работы много. О, отсюда снимать хочется все. Буду по мере возможности. Растаял. Вышла. Видео выгружается долго. Поэтому как снимать хочется. Много получается. Прикольно. Наш сторожевой. Где? Ты что там делаешь, так, вообще, как будто дымит. Ты на всех там лаешь, да? Не слази, стой там. Весна полна сюрприз.